Итак, снова всем здравствуйте. Я нашел кого-то крутого оппонента. И у нас жесткая, получается, рептилия. Какая-то. Игроки за рептилию, они вообще против них сложновато играть, если они умеют еще играть. Давайте возьмем моего любимчика. Сектора. Так, думаю, этот сет будет многообещающим. Погнали. Так, если вы ждали, да, я знаю, что вы очень ждали Mortal Kombat, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно. Ну что, поехали. Первый раунд. Опа, какие-то подвисания. Так, что-то жесткая рептилия какая-то, слишком самоуверенная. Да. Мог наказать, но не успел. Так, отпускает он блок. И нападает жестко. Так, он хочет эту сделать супер крутую комбинацию, но что-то у него не очень выходит. Так, делаем захватик, не напрягаемся. Отлично, наказываем. Так. Ну да, в принципе. Так, проверяем, как он. Слайд. Так, мог я его сейчас жестко наказать, но что-то как-то его наказал не очень жестко. Чисто захватик сделал, все. Так, загоняет он в угол, используя свою штуку эту. И я все почти заблокировал. Прикольно. Так, не дает он мне сделать комбо. Так, эта рептилия хороша на самом деле. Ого. А, у меня нет... Блин, брейкер не работает, ну ладно. Так, нифига. А комбить он умеет. Причем жестко так. Так, 1-0. Окей, давайте посмотрим, что будет дальше. Надо постараться немножечко. А можно не стараться, можно на расслабоне. Так, делаем захватик. Отлично. Угу. Так, опять он жестко комбит. И это... Вау, 54 урона. Делаем захватик. Ну да. Рептилия побеждает. Я думаю, это пока что. Такс. Выгоняем в угол. Не даем подойти. Опять стараемся его в угол загнать. Отлично. Так, он все-таки решается брейкер сделать. Наверное, это зря было. Flawless Victory, все, это точно лайки, подписка, да? Это 100%. Так. Загоняем. В угол. Наказываем. Вот торопится он, что-то жестко. И... Давай. Бэм! Ну все, ну теперь точно лайк. Ну 100%. Очень прикольно брутались. 1-1. У нас счет. Так, погнали дальше. Может, это рептилия еще как-то удивит.
Или может я что-то сделаю прикольно. Угу. Опять наказываем то же самое. Добиваем. Даже усилять надо было. Даже. Да. Ого. Так, ну что, опять он торопится, опять мы его наказываем вперед. 1-3 загоняем в угол. Да, собственно. Пропускает он нижние удары. Опять он опасно было. Он сейчас мог жестко закомбить, но что он запутался. Загоняем. Или не загоняем. Вау, это было хорошо. Так, опасно сейчас. Ну вот и все. 2-1. Ж капец. Что-то сектор мой как-то разрывает прям жопы. Этот сектор. Трибург. Не знаю, какие у меня еще есть персонажи. Куанчи там что-то. Хочу за Тремора что-то сделать прикольно. Но он жесткий, одновременно немножечко сложноватый персонаж, но если за него научиться играть, то типа тебя никто не остановит, потому что он капец какой универсальный. Капец, я вообще не парюсь, он там что-то бегает, прыгает, какие-то слайды делает. Отходим. Так, вот это было хорошо. Не получается его развести мне. Блин, вот это что было сейчас? Вот сейчас мог наказать, но что-то я захват сделал. Решил захват. Почему? Так, прячемся. Вау. Опять захват. Но захват вообще не рвет. Поэтому наказываем. Так, и что сейчас будет? Добиваем. 3-1. Дамы и господа, 3-1. Капец. Хотя казалось, что он там комбит на 50%, там 60%, там хоть 70%, там вообще пофиг. Так, делает он брейкер. Опять наказан. По-моему, я постоянно вот эту штуку у него наказывал. Теперь брейкер. Отлично. Не ожидает он мой телепорт, потому что он очень неожиданно запускается. Как прикольно, блин. Ой, капец. Да ну. Нормально, нормально. Хорош. Опять. Вот капец. Держим его в углу. Капец, и смотри, уже пол хп у него нет. Хотя что я там сделал вообще ничего. Так, держим его. Брейкер. О, четенько ракеты прилетели. О, это было хорошо.
Опять? Как он это? Ой, сейчас опасно. Сейчас еще проиграть случайно можно. Брейкер я не буду делать. Сделаю лучше вот так. Даже если бы он блок поставил, по-моему, я бы все равно добил бы его. Так, можно было продолжить комбо, но что-то нет, не получилось. Так, он... Опять! Вот опять он торопится. 34%. Не знаю, вот мне нравится Mortal Kombat 10 больше, чем 11. Потому что, не знаю, 11 она как-то мозг взрывает просто, там столько всякого. И что это у нас? И да ну нафиг, это Brutality. Какая красивая комбинация была. Заценили? Блин, вы досмотрели вообще до этого момента? Блин, кто досмотрел, вы молодцы. Красавчики. Так, а мы идем дальше. Какой там счет? Что-то я не заметил. 3-1 или 4-1, там сколько? Не знаю, надо больше бруталити делать, потому что за фигня? Типа... Да, понимаю, там иногда респекты, там все дела, типа, чтоб люди не обижались, там, но все-таки лучше бруталити делать. Вообще, что обижаться на бруталити, по-моему, это бред какой-то. Зачем вообще обижаться? Лучше в ответ сделать жесткую игру, показать, кто здесь главный, да. Отлично. Кстати, у меня записан, по-моему, еще один сет, чисто трансформеры. Ну, типа роботы эти три брыги. И там жесткий чувак попался, но... Типа я сначала думал сыграть до 5 побед, но в итоге мы дошли до... А я не скажу, какой счет был. Ну, в общем, равная игра была, более-менее. Но он всегда шел вперед по счету, но потом что-то изменилось. Так что если вы хотите больше Mortal Kombat, пишите в комментариях и ставьте лайки. А, и кто знает, посоветуйте какую-то программу именно для редактирования. Типа не для записи, а для редактирования роликов, чтобы... Которые такие, может, бесплатные там, но чтобы качество типа не ухудшалось. То, по-моему, у меня программа чуть-чуть качество портит. Капец, он победил. Нормально. 4-2 счет. Капец, уже 4-2. Так. Поехали. Не, ну чувак хорошо за рептилию комбит. Вот всякие подтверждения крутые делает. Но он... Частенько торопится и ошибается. Ну вот сейчас я поторопился. Так. Хорошо, что я перебил его вот эту штуку. Так, выпрыгивает он из захвата. Вау. Загоняем его в угол. А. Ну все, он должен добивать, да. Так, мне получается до 5 побед еще надо раунд целый выиграть. То есть целый бой. Так, делает слайд. Теперь он понял, что в те моменты нужно именно слайд делать. Так, постоянно он пропускает этот удар, но я его понимаю, потому что иногда что-то бывает тоже сложно реагировать, хотя, казалось бы, такая простая... Такой простой... Такая... Блин, я забыл. Короче... Серия ударов, да, комбинация. Типа комбинация. Простая. Типа легко за... отреагировать. Блин, как сложно. Комментирую. Но будут тренироваться, типа, чё? Че пофиг. Ладно, не париться, и все будет круто, да? Кстати, скоро Новый год, да? Если кто не знал. Всех с наступающим. Я постоянно это говорю, да? Типа, всех там... Merry Christmas, Happy New Year.
Рождеством, с наступающим Новым годом. Надо еще, наверное, завтра какой-то ролик записать, какой-то, может, поздравительный, не знаю, почему бы и нет. Или снова Mortal Kombat выпущу там. И снова скажу там с наступающим, и скажу, что вы лайки ставили, и все. Давай, наказываем. Волнуется, по-моему. Или это... Блин, мог наказать, но не получилось. И кто сейчас победит? Ну чё? Ладно, давайте тупо ударим его, всё. Давайте, ставьте лайки, да, побольше лайков. Мне нужно много лайков и много комментариев. И подписчиков давайте побольше там. Всё, всем пока, всем удачи, с наступающим. Пока-пока.